Добрый день. Сейчас решил собрать нового исполнителя, капитана Прайса, сделать на него сборочки тактические. То надоело уже наблюдать персонажей с розовыми пулеметами, с фиолетовыми снайперскими винтовками и голубыми пулями. Взял в исполнители капитана Прайса нового, да, открыл ему шкурочку. Вот, премьер. Она в таком черном исполнении. Я считаю, что, ну, это вот, типа, такие ночные операции, которые с глушителем, которые вот тайно, скрытно, профессионально и быстро, да. И вот под эту сборку я попробую сейчас собрать все 5 позиций, все 5 вариантов оружия, да, и как это все будет выглядеть. Поехали. На первый вариант я взял, естественно, М16. Вот, потому что куда без нее. В принципе, я пересмотрел игры, в которых капитан Прайс был, оружие, которое он использовал. Много где он использовал М16. И поэтому на самую мобильную такую и скорострельную позицию я взял М-очку. Вот, потому что без нее, мне кажется, капитан Прайс как не капитан Прайс. Ну, и, конечно, нож. С ножом, ну как без него, на первой позиции. Посмотрим, как мы выглядим с этим. Ну, мне кажется, вот эта кепка, сочетание кепки, да, М4А1, это, ну, просто идеально на самом деле. Я поставил глушитель, потому что мы вроде как такие спецназ ночных операций. Вот. Действуем быстро и бесшумно. Ну, кажется, М4, она под вот такую сборку кепку вообще идеально. Далее пошли на вторую позицию. Здесь я, естественно, не мог удержаться. Взял тот же ХК. И он, ну, точь-в-точь повторяет тот, который в компании находится, да. Вот. И он также, в принципе, на многих роликах данным автоматом рисуется. Вот. Поэтому я его взял однозначно. Он на вторую позицию подходит. Он быстрый, бесшумный. Потом взял, ну, так как... В принципе, вторая позиция, но это все играбельно. Это не для красоты, все эти сборки не тоже играбельные. Джавелин, да, потому что, ну, мы, в принципе, такой подрывник. Ну, вот как мы выглядим с этим всем делом, ну, вот, тоже там и британский флаг, там специальная сборочка, чертеж от создателей. Ну, мне тоже кажется классно, в принципе, выглядим. Все в тему, как бы такой черный цвет, глушитель, в темноте действуем, да, действуем скрытно. Ну, в принципе, неплохо. Далее, под третью позицию. Ну, я вот тоже уже смотрел старые версии Call of Duty, да, старые серии, предыдущие. Там, в принципе, Прайс был с МП-шкой. Поэтому я взял на третью позицию МП, которая собрана в такую работу на дистанции, на точность. Вот. Опять же, я говорю, что все это играбельно. Поставил глушитель однозначно. Вот. И, ну, тут я взял игл, потому что, ну, мне кажется, все-таки капитан Прайс с неплохим стволом, ну, где-то там с иглом появлялся, тоже было дело. То есть это уже позиция на стрелка, мы такие передвигаемся, стреляем, выглядим в этом плане. Ну, тоже МП-шка ему идеально подходит под эту кепку, под этот костюм, МП и М4А1, они просто идеально заходят, мне кажется. Тоже покрасил ее в цвет такой темных операций. Она подходит к костюму. Ну, понятно, что я не любитель там розовых, фиолетовых. Далее на четвертую позицию, где мы уже такой, как бы, грубо говоря, стрелок. И действуем скрытно, и на дистанции работаем. Здесь я взял FN Scar. Ну, вот, Scar'а. Тоже доработанный, он с тепловизором, у него великолепная точность, с плашкой и так далее, и раскрашен. И на здесь я уже пользуюсь форой, на четвертой позиции я взял дробовичок с огненными снарядами. То есть, когда я там перемещаюсь где-то, я достаю дробовик. Дробовик мне тоже кажется идеально, под его кепку это подходит. Вот. Сборочка дробовика, которого, в принципе, он на дистанцию работает и неплохо огневую мощь нам дает. Вот как мы с этим выглядим на капитане Прайсе.
Мне кажется, вот он со Скаром, американский там спецназ, да, там, ну, САС, мне кажется, Скар использовал, не использовал. Ну, спорный момент, конечно, но вот из винтовок, мне кажется, классно подходит именно Скар. С пулеметами я ни разу Прайса что-то в игре не видел. Вот. По-моему, с М14 в каких-то он миссиях представлялся. В МПшка я помню, как раз вот на корабле, когда в дожде они летели, там он использовал. Вот. Ну и это мне напоминает уже такие миссии там с Чернобылем, вот, когда вот так вот с глушителем работаешь, ходишь. И далее на пятую позицию долго смотрел, хотел снайперскую винтовку, потом решил, что нет. Вот, собрал уже в снайпера, уже использую прицел, сошки, да. Вот, занимаю позицию с этой винтовкой, здесь вот максимальная точность, дистанция. И здесь классический пистолет, это вот 9-11, вот кольт этот, просто, мне кажется, обалденно. Когда вот я поиграл с этой сборкой, я там перемещаюсь с ней, достаю пистолет и просто эпично выглядит, как будто ты прям реально капитан Прайс откуда-то спустился, начал воевать, такие скрытные операции, скрытно с глушителем, все выглядит просто обалденно на нем, с этим сеттингом, ну вот. Просто отлично. Конечно, можно было и эмочку собрать, но эмочку уже использовал, поэтому, ну, вот такую вот винтовку взял. Мне кажется, тоже идеально, прекрасно смотрится, все сочетается. Здесь и глушитель, здесь и темная экипировка, и темная краска идет. И, в принципе, вообще все это можно использовать. И мне кажется, под этот образ Прайса он прям идеально подходит.